Хорошо. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий. Абсолютно. Берем Татьяну в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Татьяны поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Татьяну, интересуемся, готова ли она к проверке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она готова, и она доверит. И я даю команду на счет 3. Сканер начинает сканирование пространства над головой Татьяны под ногами. Все 7 тонких тел Татьяны находит все. Она чистая. Чистая, хорошо. Считай, пожалуйста, сколько процентов энергии, какая частота вибрации на настоящий момент у Татьяны. 68%. И? 16 герц. Хорошо. Отлично. Все, значит, давай заправим ее сейчас энергиями. Посмотри, сколько энергии, какая частота вибрации необходима Татьяне. У Татьяны очень много волнения. Это отнимает у нее силы очень сильно. То есть волнение делает ее, вот как, она как волнуется, все тело. Это, конечно, не очень способствует развитию. Волнение надо обязательно под контролем держать. А вообще его нет четкого стержня внутри. Нет четкого стержня, да? Нет. Волнение у нее, вот, она как сжирает эти энергии. Все у нее. Я думаю, здесь больше и подробнее ответит нам куратор на эти вопросы. Посмотри, пожалуйста, сколько энергии, какая частота ей необходима. 426. 426, а у нее 68 и 16. Большая разница. И на счет 3 в макушку головы Татьяны начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 400% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Частота вибрации поднимается до 26 Гц. Пошел подъем. Что, она так долго заправляется? Но она почему-то не пускала их. То есть, вот я сейчас пытаюсь понять, почему. Она не может расслабиться. Татьяна, вы видите меня? Не, они идут уже. То есть, я не понимала, что блокирует. Она не может расслабиться в жизни. И она не допускает позитивных вот этих эмоций. То есть, у нее блокирует все негативом и вот этим волнением. Точно так же с энергиями, потому у нее 60. Хорошо, повторяться не буду. Вот эти основные проблемы Татьяны. Если она хочет над собой работать. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо. Как вы себя чувствуете сейчас, Татьяна? Она легко и уверенно чувствует себя. Вот вы видите, когда вы... То, что ей не хватает. Уверенность. Вот эта легкота и уверенность, она приходит с высокими энергиями и вибрациями. И... Легкостью, да. Какая там вибрация была, Вера, которая ей особо мешала? Недоверие или страх, переживание, или что там было? Пусть Татьяна сама... Неуверенность. Неуверенность, да? Она почему-то ждет со стороны измен. Изменений, не измена, а изменений. Забывая, что она работать над собой должна. И стержень нарабатывать свой, меняя привычки, меняя реакции. Хорошо, это уже куратор говорит, я чувствую. Хорошо, я делаю запрос в энергоинформационном поле, приглашая к нам прийти куратора или учителя Татьяны, друга Ангела, в нашу комнату диагностики. Потому что, если он уже говорит, то пусть здесь говорит. А здесь девушка, она смеется. Мы приветствуем вас, дорогой куратор. Представьтесь, пожалуйста. Снимаются все маски и голограммы. Фантом присутствует в первозданном мире. Приветствую вас. Приветствуем вас. Вы куратор? Представьтесь, пожалуйста, как нам обращаться к вам? Вишня. Вишня. Какое замечательное имя. Это те вибрации, которые... Это слово даю, да? Собраны. В этом слове. Я,
Я знаю, вы называете имена, они идут по вибрациям, то есть это так звучит на этой частоте ваше имя. Я буду вас называть Вишня, если вы не возражаете, очень приятное, интересное имя. Вы куратор, да, Вишня? Друг. Друг у ангелов, друзья. Уважаемая Вишня, у нас такая ситуация, мы чистили уже Татьяну, сегодня делали проверку, заметили в ней такой фактор, как неуверенность и попытку подстроить мир под себя. То есть вы лучше знаете свою подопечную. Она еще написала 10 вопросов, которые она хотела бы вам задать. И если вы в процессе ответов на эти вопросы еще эту тему неуверенности как-то затронете, чтобы объяснить, насколько деструктивна эта энергия, я думаю, ей бы это очень помогло. Я очень люблю Землю и ваши земные вопросы и проблемы. Такие милые. Я постараюсь объяснить на уровне понятном и доступном. Благодарю вас. Если вы любите Землю, значит, вы уже реинкарнировали сами на планете, да? На нашей. Было дело. Понятно. Хорошо, не будем задавать лишние вопросы. Благодарю вас. Я начинаю тогда с первого вопроса, уважаемая Вишня. Итак. Как мне наладить контакт со своим наставником и ангелами и получать помощь, поддержку и какую-то информацию? Помощь, поддержку, информацию. Три в одном. Мне просто очень весело. И мне очень приятно видеть ангельские души в земных телах. Благодарим вас, уважаемая Вишня. Нам тоже очень приятно с ангельским миром соприкасаться. Мы очень часто встречаемся. Во-первых, я активирую ангельский стержень внутри тебя. Все твои энергии, все твои 62% собраны в нижней части тебя. Твоя верхняя половина почти пустая, начиная от груди и выше. Ты должна представлять в себе внутренний светлый стержень, который проходит через тебя. Можешь представлять его как 100%. Если в тебе меньше энергии, значит, твоя верхняя или нижняя часть потухла, и стержень не активирован. Здесь никто тебе не может помочь, кроме тебя самой. Это твой дух. И твоя ангельская душа зажигает, представляет себя через этот стержень. Чтобы получать информацию или связываться со мной, ты должна четко представлять этот стержень. Это энергия, которая выходит из этого стержня, наполняет тебя, расширяется, уплотняется, переходит за границы твоего тела. Это в лучшем случае, когда есть гармония внутри и уверенность. То, что я вижу сейчас, твой стержень очень тонкий, наполовину пустой. Я активирую его, но развивать его должна ты сама. По поводу связи. Ты можешь обращаться ко мне, представляя эти энергии, протянутые нитями твоему куратору, Вишне, то есть ко мне. Тебе нужно работать над визуализацией, представляя меня. Опишите себя, уважаемая Вишня. Как вы выглядите? Нет. Я уже дала наводку, мое имя. Да, конечно. Благодарю вас. Там очень много разных вибраций, сильных в том числе. Благодарю вас. Продолжайте, пожалуйста. Татьяна должна открыть глаза, повторить мое имя, прочувствовать эти вибрации, представить, как я выгляжу. Только так можно развиваться, только так можно помочь себе и окружающим, если будет желание. Вы закончили?
да. Благодарю вас, уважаемая Вишня. Здесь вопросов нет. Очень развернутый ответ. Благодарю вас за него. Второй вопрос. Какое у меня предназначение? То есть, чем я могу быть полезна этому миру? Предназначение ангельских душ. Быть светом в обители гнева, ненависти, зла, негатива, много чего другого. Что значит быть светом? Это значит, что нельзя допускать в себя тьму. Какой бы она ни была, изнутри ты не должна наполняться ей. Изнутри ты должна светить до последней искорки. Замечательный ответ. Ангел говорит, добавить нечего. Благодарю, уважаемая Вишня. Я могу переходить, с вашего позволения, к третьему вопросу. Или вы хотели еще что-то добавить? Переходи. Хорошо. Третий вопрос. Каким делом мне лучше всего заняться, чтобы оно приносило мне радость, счастье и финансовое обеспечение? Есть много дел. Ты, конечно, понимаешь, что я не могу тебе сказать конкретный выбор. Я не могу сделать выбор за тебя. Я лишь могу тебе сказать, что развивая свой стержень и уплотняя его, делая его гармоничным и сильным, работая над собой, в процессе этой работы будет приходить много информации, и дело, оно само сформируется. То, которое по твоей душе, пока же твоя душа очень слаба, как я сказала, половина стержня тусклая, остальная половина пустая. Тебе нужно развивать свою уверенность, любить себя в первую очередь. Это не эгоизм. Если ты не сможешь любить себя, принимать себя и уважать себя, тебя постоянно будут использовать. Должна остановить это и развивать себя. Тот, кто захочет, потянется за тобой. Думаю, это понятно. Это понятно. Продолжай. Значит, ну, вы понимаете, уважаемая Вишня, мы, в принципе, два раза или даже три раза просили переписать вопросы вашей подопечной. Она действительно хотела получить конкретный ответ, в какую сторону идти, сколько метров, куда повернуть и так далее. И мы пытались ей объяснить, что куратор никогда не будет принимать за нее какие-то решения, потому что это ее задача, так сказать, пройти этот путь и принять любое решение, которое она примет. Это по-любому будет ее опыт. Поэтому я просто хотел сказать, что некоторые вопросы могут показаться странными, но это уже самый лучший вариант. Я продолжаю тогда четвертым вопросом. Что? Подожди. Пожалуйста. Что ты хотел этим сказать? Я хотел сказать, если вдруг попадутся вопросы, где она будет вас спрашивать, каким, куда идти, что делать, только вы вправе отвечать на этот вопрос, я хотел сказать. Обычно кураторы не отвечают на такие вопросы, так как они уважают выбор, свободный выбор души. Если ее душа выбирает такой путь и хочет заниматься таким делом, куратор не будет на из нашего опыта ей говорить «не», то есть ты должна стать... Я поняла. Понимаете? Я бы хотела добавить, что мы говорим конкретно. Конечно. Про моего друга Татьяну. Душа Татьяны на сегодняшний день стошена, поэтому правильный выбор она не видит. Я не могу сделать правильный выбор за нее. Но что я могу сделать, это направить ее и сказать правильные действия, чтобы наполнить свою душу. Только тогда придут правильные решения. Это куратор сейчас объяснил для своей подопечной Татьяны, как работают кураторы. Совершенно. И принимают. Я благодарю вас за это объяснение. Я пытался это своими словами объяснить, но вы сейчас как раз все ответили. То есть, может, вы хотя бы намекнете, в какую сторону, чтобы ей доставляло радость? Счастье. Какое я занятие? Я уже сказала, для начала нужно любить себя. Все.
Это первый путь, она это пройдет. А она позволяет манипулировать собой. Четвертый вопрос. Что у меня так сильно болит внутри, в самом низу живота? И как я могу это исцелить? Если мы можем чем-то помочь, вы скажите, мы обязательно сейчас... Нет, я еще раз повторю. Боль, пожалуйста, которую ей причиняют, причиняют, потому что она допускает эту боль. Она никуда не уходит. Она собирается. И собирается она в одном месте, в нижней чакре, физической. Пропускается через все чакры и откладывается негативом. Именно в этом месте. Именно в этом месте у нее. Все понятно. Может ли она сама сбросить это? Скажите, пожалуйста, лично. Она может изменить отношения. Какое бы было бы правильное отношение в этом случае? Не подпускать себе негатив, несмотря на то, от кого он идет. Поставить на место того, кто причиняет и ослабляет ее душу. Это называется постоять за себя в нашем мире. Вы должны знать это выражение. За свою честь, за свое достоинство, но, безусловно, не переходя всякие границы, а, может быть, твердым голосом человеку объявить о том, что вы не согласны с этой точкой зрения и отстаивать... Твердым и спокойным просто выражить свою точку зрения. Много вариантов справиться с человеком, который манипулирует тобой. А для этого, уважаемая Вишня, нужно научиться одно единственное слово наговорить на этой планете. И оно называется слово «нет». Слово «нет» и любовь к себе. Благодарю вас. Очень интересный ответ у вас. Все понятно. Вы хотели добавить что-то по этому вопросу или я перехожу к пятому? Переходи. Пятый вопрос. Куда мне стоит переехать для сотворения родового поместья? Если ответить не сможет, то может дать совет, как понять, куда мне ехать. Там, где есть гармония и умиротворение, природа, зелень. У нее три варианта, насколько я знаю. Я понимаю, никто не будет подсказывать, какой вариант. Но дайте еще хотя бы... Можешь не зачитывать. Маленькую... Я не буду зачитывать. Мы изменили этот вопрос. Я попросил это все убрать. Я даже не помню, я не знаю. Вот. Но вы так красиво описали природа, зелень. Может, еще речка рядом где-то? И тогда все. Я больше ничего не спрашиваю. Я бы добавила лес. Лес. Я... Покажу на маленьком примере. Пожалуйста. Можно я спрошу тебя, есть ли у тебя выбор? Если у тебя был бы выбор, где бы ты мог жить в родовом поместье, ты знаешь, что бы ты выбрал? Вы спрашиваете сейчас тебя. Татьяну или меня? Тебя. У меня есть впечатление... Безусловно, как и у каждого человека, но я никогда, у меня эта идея просто никогда не возникала, но если вы так спросили прямо, то я вам скажу, это место, которое должно объединять в себе для меня определенные элементы. Там должна быть вода, там должен быть лес, там должны быть птицы, там должна быть умиротворение, чистота, спокойствие, то место, где бы я, в котором я нахожусь в медитации, скажем так. Совершенно верно. Именно это я и хотела услышать. Такие детали есть у каждой души. И душа Татьяны точно знает их. И четко может ответить. Конечно. Какое из этих мест полностью располагает ее душе и гармонизируется с ней. Вот это и должен быть выбор, а название оставьте себе. Конечно, конечно, все верно, абсолютно. И если по большому счету, то мне кажется, она уже ответ давно знает внутри. Я уже сказала, ее душа опустошена, постоянно ищет что-то извне, забывая, что внутри держень. Нужно любить, развивать, уважать и наращивать свой свет. Благодарю вас.
Вы позволите переходить к следующему вопросу? Шестой вопрос. Воплощена ли моя вторая половиночка сейчас на Земле? Если да, то будем ли мы вместе в этой жизни? Нет, пока не появится самоуважение. Будут лишь те, кто будет манипулировать и питаться твоей добротой и энергией. Лишь тогда, когда ты активируешь свой стержень, начнешь уважать себя, придет правильный человек. Если вы позволите два слова добавить, потому что на этот момент она начнет излучать совсем другую энергетику, притягивающую таких приятных людей. К сожалению, Татьяна притягивает только манипуляторов и позволяет использовать себя. Хорошо, мы не будем повторяться, уважаемая Вишня, в пятый раз насчет этой темы, но я понял, что мы здесь имеем какую-то конкретную такую проблему, если мы к ней постоянно возвращаемся, которую только она может решить осознанными своими действиями и изменениями. Совершенно верно. Хорошо, благодарю вас. В чем причина заболевания горла, гортани? Как это исцелить? Я очень люблю пить, но не могу это делать из-за того, что давит какая-то тяжесть. Чакра? Вишудха? А я уже сказала, верхний стержень тусклый. Разжигать надо его своим намерением, своим желанием, визуализировать его. Спокойствием, гармонией. И спокойствием, и гармонией. Чтобы петь, нужно что-то отдавать. Понимаете, это эмоция. И это чистота, в первую очередь. И энергия. Которая заложена в этот... Тебе нечего отдавать, потому что ты не уважаешь свои энергии, тратя их на манипуляторов и опустошая свои чакры. То есть вы сейчас объяснили, как вылечить это заболевание, а можно его только изменить изменением только самого себя, правильно? Совершенно верно. Какие глубокие вопросы и глубокие ответы, в первую очередь? Благодарю вас. Что мне нужно сделать для того, чтобы Святослав, это ее младший сын, перестал плакать по пустякам и мотать нервы себе и мне? Научиться говорить «нет». Научиться любить себя и реагировать по-другому на капризы манипуляторов. Это тоже манипуляция, безусловно. Здесь она должна границу, наверное, поставить и показать, до какого пункта можно доходить, а до куда дальше нельзя. Здесь подойдет много разных методов и способов. И в первую очередь должна быть энергия внутри. И еще раз говорю, любовь и уважение к себе, которая не подпустит манипулятора, даже если это ребенок. Научитесь говорить «нет», показывать своим поведением, вплоть до игнорирования. Таким путем он увидит, что он напрасно тратит свои энергии на капризы и изменит свои действия. Начнете меняться вы, начнет меняться и окружение вокруг вас. Благодарю вас. Вы позволите к десятому, последнему вопросу переходить? Я лишь хочу показать пример. Пожалуйста. Как на сегодняшний день выглядит душа Татьяны. Вы можете представить воронку, которую наливается жидкость. Можете представить, что воронка – это душа Татьяны. И негатив вокруг нее, манипуляции, информация, какие-то истории – то, что не несет радости, все скатывается в эту воронку. Вот так выглядит на сегодняшний день душа Татьяны. И все это скапливается в самой нижней чакре. Кошмар. Как она должна выглядеть? Наоборот, как стержень, который выпускает из себя энергии и блокирует негатив, не пропуская внутрь себя. Это и называется любовь и уважение. Это не значит стать черствой. Это значит быть правильной и вершить свою судьбу,
правильно, показывая это другим, окружающим тебя. Тот, кто не нужен, отпадет. Тот, кто нужен, изменится, подстроится и получит радость, а не негатив. Продолжай. Таким образом, можно сказать, что любовь и уважение – это своего рода защитный фильтр, который она осознанно должна выставлять перед собой, и он будет ее защищать от этих манипуляций. Но для этого, соответственно, он изнутри, вся эта энергия. Понимаете, больной человек не может никому помочь. А чтобы быть здоровым, должно быть самоуважение и самолюбовь. Любовь к тому, что ты делаешь, чтобы это не было брошено и не оценено. Благодарю вас, уважаемая Вишня. И у нас последний остался традиционный вопрос. Это уровень высшего «Я», в этом случае еще ангельский уровень, и количество набранной негативной энергии. У меня 7-й уровень ангельский. И 9-й высшего «Я». Благодарю вас. И количество темной энергии, которое она успела набрать. 24%. 24% мне уже говорит эта цифра. Она уже немножечко завышена. Это когда человек что-то игнорирует или перестает развивать себя. Мы встречались с такой ситуацией. Я могу, безусловно, ошибаться, но просто... В общем, люди думают, если они добрые и мягкие, они не набирают. Хорошие люди. Но это неправильно. Нельзя позволять тратить свои энергии. Только так ты сможешь помочь кому-то. Иначе ты превратишься вот в такую воронку, которую я объяснила и показала. Все понятно. Очень неприятный сценарий, конечно, но я думаю, ангел справится и найдет себе этот стержень и начнет с ним работать. Уважаемая Вишня, мы закончили, у меня нет больше никаких вопросов. Если вы хотели сейчас что-то от себя добавить или активировать энергии, если вы еще этого не сделали, то это был бы самый лучший. Я бы хотела активировать энергии. Пожалуйста. И опишите. Да, твои ладони. Ангельские энергии, которые проходят с нижней чакры выше и наверх, зигзагом, из одной в другую. Загораясь ярким светом ангельского уровня, сжигая весь негатив. На сегодняшний день он у тебя очень тонкий. Твоя задача развивать и укреплять его, и ни в коем случае не дать ему погаснуть. Ты также можешь ангельские энергии посылать в любую чакру, включая нижнюю, а там, где есть боль. Сжигая негатив, сжигая боль. В твоем случае очень поможет визуализация. Все, что ты делаешь, ты должна представлять. Это развивает. Начни с малого. Энергии активированы. Благодарю вас, уважаемая Вишня. Мы закончили нашу работу на сегодня. Но у нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики. Все кураторы, все учителя из всех миров, которые к нам приходят, а нас уже знают везде, всегда получают один определенный подарок от нас. И это единственный, возможно, чистый подарок, который остался на Земле. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными и спелыми ягодами на Земле. 1, 2, 3. И мы хотим спросить уважаемую Вишню, будет ли она так любезна принять этот скромный подарок, поделиться со своими друзьями. Очень замечательный подарок. Прекрасные, сочные ягоды. Я заберу их с собой. Благодарю вас за эту прекрасную встречу, за эти ваши энергии. Я их чувствую здесь на Земле. И я не говорю «прощайте». Я говорю «до скорых встреч». Привет ангельскому миру от нас. Желаю Татьяне укрепить ее стержень и развивать, и не забывать про самоуважение в первую очередь. И мы сейчас спросим еще Татьяну. Татьяна, хотела бы что-то сама сейчас передать своему куратору, пока она здесь? Татьяна, она открывает руки, и у нее вылетают белые голуби оттуда. Ух ты! Такое еще не видел. А что это означает, уважаемая Вишня?
Голуби еще нет. Чистота. Значит, дошли ваши слова, похоже. Благодарю вас. Очень приятно, когда видишь результаты работы. А, значит, в Татьянином понятии это те энергии, которыми они будут связаны, как голуби. Значит, вы уже договорились, как друг с другом связаться. Мы всегда рады, когда подопечные, учителя и кураторы связываются друг с другом. Только так можно. Но для этого надо работать и достичь этого уровня. И мне кажется, что если куратор уже пришел и активировал энергии, то, возможно, она скоро справится с этой задачей. Я очень на это надеюсь. Да будет так, уважаемая Вишня. Всего наилучшего вам. Искренняя энергия благодарности на этом месте. И всего хорошего вам желаем. Прощайте. Всего доброго. Рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Мы закончили, Татьяна. Мы закончили сегодня ваш разговор с вопросами к куратору. Очень интересный у вас куратор. Я надеюсь, вы прослушаете эту запись несколько раз и поймете, что она хотела сказать. Я больше уверен, вы уже поняли. Будем возвращать вас назад сейчас в вашу систему биоробот-душа, для того, чтобы все эти энергии и вибрации высокие перешли на физический план. Вы будете себя сразу чувствовать по-другому. Начинайте менять свои привычки, отказывайтесь от негативных и радуйтесь жизни. Хорошо, Верочка. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Татьяны в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Все энергии переходят на физический план и синхронизируются. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Я на месте.